друзья, наконец-то свершилось, я еду в Самарканд. Почему наконец-то? Потому что у меня уже, во-первых, я уже был в Таджикистане даже. У меня уже все друзья, знакомые, даже жена с ребенком уже там были, а я нет. Надо это исправить. Решил, кстати, провести такой опыт в поездке. Во-первых, беру с собой самокат. Ну ладно, это как бы я уже не первый раз беру с собой самокат. Ну, этот первый раз. До этого просто, когда я ездил на Черное море, я уже с собой самокат брал. И это достаточно выгодная штуковина, потому что экономит вам деньги. Этот самокат, он едет всего подо мной 16 километров. Это очень маленький запас хода, но на это на самом деле есть две причины. Во-первых, у него изначально аккумулятор не очень большой. А во-вторых, он уже проехал под 3000 километров, ну что-то 2700, по-моему, что ли. И аккум у него процентов на 20 уже подсдох. Я решил купить себе инвертор. И, собственно, хочу проверить, насколько самокат зарядится по дороге из Самарканда в Бухару. Но для этого в Самарканде его нужно будет разрядить. Ну, я думаю, мы с этим справимся. В холодильнике всего одна бутылка воды. Ну, пока хватит, но ненадолго. Кстати, да, холодильник прикольный достаточно, но напитки просто прохладные такие, знаете, слегка холодненькие. Не сказать, что они прям холоднющие. Так, значит, что у нас? Крот на месте, кофеин на месте. Я на месте, а это значит, пора выдвигаться. Решил в этот раз посмотреть, какой будет расход и какая будет там, какой будет реальный расход. Потому что мне он сейчас писал, по-моему, что-то 11,5 литров у меня расход на 100 километров. Но что-то мне кажется, это вранье. Все, сбросил в ноли. Обратите внимание, 30 градусов за бортом. Уже время 7.57. А в нолях у нас, значит, время. Дальше. В нолях у нас средний расход бензина не показан на 100 километров. Пишет 481 километр. До заправки это не сбрасывается нифига. И следующая — это средняя скорость, то есть, соответственно, тоже нифига непонятно. В конце поездки посмотрим. Он мне вот до этого писал, например, 11,5 километров, хотя, с другой стороны, это похоже, наверное, на правду, потому что я как раз с Таджикистана, и, по сути, когда приехал, я особо здесь по городу-то особо и не катался, а если и катался, то в пробках не стоял. Ну, короче, посмотрим. Извините, прикол. Чтобы вы понимали, на карте вот здесь АЗС. Написано, что тут АЗС. Прикольная АЗС, да? Так, друзья, я остановился где-то примерно на половине пути. Полпути я уже проехал. Мне осталось 130 километров до Самарканда. Так, по показателям, значит, 65 километров средняя скорость. 2.40 я уже еду. 9 литров показывает на 100 километров. Но это мы потом проверим. Осталось мне 367 километров до заправки. У меня чуть больше половины бака. Остановился на заправке, но не чтобы заправиться, а чтобы сходить в туалет. Сейчас вам покажу, как тут выглядит туалет. В общем, вот как-то так выглядит туалет. Я думаю, ну, заходить я туда не буду уж снимать, но я думаю, вы догадываетесь, как он выглядит внутри. По поводу инфраструктуры вдоль трассы и самой трассы. Трасса нормальная. Ташкента, в принципе, до Самарканда я вот сколько еду, и я так понимаю, что до Самарканда так и будет. Трасса по две полосы в каждом направлении. Есть отбойник. Все отлично. Ограничение вот сейчас здесь уже началось даже 110. Но местами очень часто встречаются какие-то небольшие города, там, аулы и все вот это вот прочее, и приходится скорость снижать, особенно вот до первой половины, так скажем, до рубежа вот этого экватора какого-то между Ташкентом и Самаркандом. А сейчас поменьше стало, но все равно тоже есть. Поэтому, собственно говоря, и времени занимает дорога достаточно много. Само полотно местами так себе, но в целом, ну, нормально, терпимо, в общем-то. Но местами хотелось бы, чтобы было получше, потому что много трещинок, стыков, ну и всего вот такого. По инфраструктуре вдоль дороги, ну, заправки в целом есть, их достаточно много, но они здесь вот такие, как вы уже, в общем-то, могли наблюдать. Никаких особо тут удобств нету, слава богу, есть туалет, это хорошо, и он в этом случае он бесплатный, потому что, например, в Таджикистане я как-то останавливался на заправке, и на заправке был платный туалет, и в целом это достаточно часто встречается. Вот, видел тут места отдыха, типа прям знак даже такой, один целый видел такой знак. Там, знаете, было какое-то кафе, там была куча машин, я там даже что-то останавливаться не стал, потому что там очень много народу. Но думаю, со временем где-нибудь я остановлюсь, потому что хочется банально кофе купить. А может быть, уже до Самарканда доеду и там уже кофе попью. Вообще, очень хочу успеть на самаркандский плов, потому что есть вероятность, что я на него не успею. Потому что, если верить навигатору, он показывает мне, что я приеду ближе к часу, где-то без 20 час. Возможно, в 12 плова уже не будет. Слушайте, я отъезжаю от заправки, только подумал о том, что, по сути, едешь, когда с Ташкента в сторону Самарканда, вот первые километров 200, наверное, даже посмотреть особо не на что. Ну, то есть, знаете, пейзажи такие за окном, у меня было ощущение, что я где-то в Сибири. Вопреки расхожему мнению, многие люди думают, что в Сибири там просто, я не знаю, тайга везде, как бы лес, вот это вот все. Но на самом деле большая часть времени в Сибири это просто обычные поля,
степи, ну, не степи, как бы, как, не знаю, в Казахстане где-нибудь, а степи такие, которые там поросшие травой, какие-то кустарники встречаются и вот всякое такое. Так вот, и только я заехал чуть дальше Джизака, и тут, как бы, на самом деле, когда подъезжаешь уже к Джизаку, уже начинаются, как бы, такие немножко, ты видишь, как бы, на горизонте горы, но они, как бы, знаете, в такой дымке. Я, честно говоря, не очень понимаю, откуда эта дымка берется, что это такое, как бы, смог это, не смог, дым, туман, реально, кто знает, напишите, пожалуйста, я, честно, я не понимаю. И, с одной стороны, как бы, там горы такие, вроде как, горы покруче, а с другой стороны, вот такие вот желтые, вы знаете, они со стороны выглядят, реально, как какие-то песчаные барханы. Но это, как бы, не песчаные барханы, вот я на них стою, как бы, тут, тут земля. Ну, это просто, типа, желтая, это, я так понимаю, что жухлая трава. Вот. Свернул немножко я с этого перевала, перевальчика небольшого. Ну, вот, смотрите, фуры тут, на самом деле, карабкаются так, достаточно, это, натужно. Прям еле едут некоторые, особенно КАМАЗоподобные. А что самое интересное, смотрите, вот там вот, вот там, это Джизакское водохранилище, если я ничего не путаю. Но, по-моему, по карте оно. Ладно, надо ехать дальше, а то времени для плова все меньше и меньше. Так, получается, доехал я до Самарканда, время 12:54, как прям навигатор писал после остановок моих. Температура 37, средняя скорость 62 получилась у меня, 4:47 я ехал по времени и 9,3 расход. У меня чуть меньше полбака. Насколько этот расход правдивый, посмотрим, наверное, уже завтра. Ну, а что, мне удачно найти плов. Завтра двигаем в Бухару. Да, судя по всему, фонтаны тут тоже включают по вечерам. Видимо, вместе с поливом газонов. Но не все. Потому что вот эти, например, не включили. Слушайте, вообще хотел показать отель. Просто, просто как он внешне выглядит. Это просто жесть какая-то. Я прям... Сейчас увидите. Вот он, отель, в котором я планирую остановиться. Малика Прайм. Я чувствую, я просто как шейх буду. Или как эмир. Но это жестко, конечно. И круто. Внутреннее убранство, конечно, тоже впечатляет. Потолки просто шикарные. Вырезанные из дерева. У меня какой-то весьма странный номер. Да, во-первых, тут темно. А кто же, какая-то дверь, как будто на балкон выходишь. Шум, это реально. Похоже, балкон. И здесь дверь. В темноте. Чпоньк. Ну, номер внутри достаточно простенький. Особо тут показывать нечего. Тут уже все деревянное, деревянное, деревянное. Зато тут ванная. Тут не какая-то вам душевая кабина, а прямо ванная. И походу тут тоже... Нет, халата тут нету. Ну, большие полотенца. Ну и ладно, халат мне особо не нужен. Какая загогулина интересная. Ничего себе, вот это вот технология, да? А, из окошка прекрасно видно машину. Это я люблю, когда так. Правда, уже темно, ни хрена не видать. Самое время попробовать посмотреть на Регистан в ночи. Да, в темноте с подсветкой это выглядит еще круче. И в целом, этого следовало ожидать. Рухобот в ночи это вообще, конечно, вот реально вот эти здания, которые и так-то, в принципе, достаточно мрачные, да, то есть по своей такой натуре, так скажем. В ночи, когда их подсвечивают, они выглядят еще более такими прям. Ну шикарно, шикарно. Мне кажется, или я нашел кофеин. Блин, реально пришлось дойти до Регистана. И только здесь я нашел кофе. Вон в той будке на колесах, на которой написано «Американо». Слушайте, ну Регистан определенно стоило к нему идти ночью. Выглядит еще шикарней. Просто потрясающе. Ну, ну так, конечно, круто. Мое восхищение не знает предела, но сейчас очень классно. И мечеть так круто подсвечена вон там слева. Единственное, что вот медресе по бокам, вот, то есть они, вот, получается, сама площадь подсвечена, да, вот центр, а по бокам они не очень подсвечены, ну, то есть там, ну, там, наверное, не надо. Вот если дойти туда дальше, вот до конца прям, то там будет немножко темно. Очень красиво. Невероятно. Ну что, настало время офигительных экспериментов. Вот показывает 220 вольт аут. Единственное, что непонятно, фотметр ни хрена мне не показывает. Но самокат вроде как заряжается, потому что вот эта вот красная, красная лампочка говорит о том, что он заряжается. Сейчас посмотрим, попробуем к нему подключиться. Да, он включился. Подключаемся. Пикнул. Вот,
4%. Ну что ж, поехали в Бухару. Итак, что у нас получается? Пишет мне, что до заправки ехать 131 километр, но я на ней, если что, уже стою. Вот она. А почему? Потому что бензина у меня осталось где-то четверть бака, даже чуть меньше, если учитывать, что у Каптивы бак 65, то, соответственно, это где-то 15, влезть должно 50. И дальше смотрим. Он мне пишет, что 58 километров средняя скорость, 7.24 я еду и 9.2 расход. Но если я уже с полного бака сожрал 50, а проехал я тем временем 437, то мне кажется, кто-то врет. Ладно, сейчас зальемся. Ну что, получилось, где-то бортовой врет на литр, получается. Потому что, да какой даже литр. Он мне пишет 9.2, а по факту 10.7 я посчитал. Если я проехал 437,6 километра, а при этом заправил почти 47 литров, то вот у меня вышло где-то там 10,69, ну 10,7, короче говоря. Полтора литра врет бортовой. Сейчас я сброшу этот трип А, вот этот вот. Сбросим, а 3Б не будем, чтобы у нас было понятие, сколько общий пробег. Я просто хочу еще на 92-м, получается, посмотреть, сколько будет пробег. Этот уже сбрасывать не буду, потому что смысла особого нету. Он, как выяснилось, врет. Так, надо глянуть, что там с самокатом. Он вроде как заряжается, потому что шубуршит. Не, сейчас он не заряжается, но он заряжался всю дорогу. Вот смотрите, 50% зарядился, прикольно. А я как раз где-то полпути проехал, может быть, даже поменьше. А когда машину заглушил, короче, инвертор сказал, типа, ну окей, я тогда автоматически включаться не буду. Блин, это, конечно, ни хрена неудобно, то, что его нужно вот здесь вот постоянно включать. А, причем нужно выключить нагрузку, зажать эту гребаную кнопку. Где она? Вот, получается, загорелась. Он, типа, запустился. Кстати, блин, он горячий. Ну, хрен с ним. Вот, все, пошел он работать. Все, и теперь, о, и теперь у меня ваттметр начал показывать, представляете, блин, наконец-то 68 ватт показываю. Все, заработало. Да, красненькое загорелось. Все, погнали дальше. Ну, получается, до Бухары-то он зарядит. Вот только вот единственное, что у меня что-то уже нету желания на самокате кататься по городу, типа Бухары или Самарканда, потому что сложно. Ну, типа, обычно это все-таки, знаете, исторические здания, как бы, и мне и самому не хочется, знаете, там, во двор мечети, как бы, на самокате заруливать. Ну, типа, такое вообще. Как минимум, неуважение просто. Да и я говорю, что большинство из них просто не особо предусмотрены. Если бы у меня хотя бы от него там ключи были, ну, просто так оставлять самокат, который тупо можно нажать на кнопку и уехать, как бы, ну, знаете, при всем моем уважении и доверии, как бы, нет. Я не настолько доверяю людям. Кстати, по дороге из Самарканда в Бухару, за Наваи, за городом Наваи, можно встретить вот такую еще очень древнюю реликвию. Это мечеть Дигарон. Считается одной из самых древних построек исламской культуры в Узбекистане. По данным историков, ее возвели примерно в 11 веке нашей эры. Представляете, 1000 лет назад. Находится в деревне Хазара в Наваийской области. То есть, ну, вот я говорю, за Наваи там, как бы, немножко нужно будет заехать. Там, я так понимаю, за забором кладбище Дигарон. И вот здесь вот, вот эта мечеть. Очень интересно выглядит тысячелетняя мечеть. Ну, не знаю насчет того, что реставрировали ее или нет. Но купол, смотрите, какой. Тут еще, на самом деле, здесь очень сильный ветер. Потому что я, на самом деле, в такой своеобразной степи нахожусь. И так интересно, что мечеть стоит, она как бы прикрыта, получается, вот этим валуном. Интересно. Господа, только посмотрите на эти красоты. Это я случайно по дороге в Бухару нашел. Офигенно просто. Слушайте, это натурально какая-то пустыня вообще. Ну, то, что там. Вот там. Это-то понятно, что это водохранилище. Но это, блин, это офигеть просто. Вот почему нужно путешествовать на автомобиле. Потому что на поезде вряд ли вы до сюда доедете. Или на самолете. Так, господа, я в Бухаре. Если не верите, вот Бухарская стена. Великая Бухарская стена. Точнее, ее фрагмент. По самокату.
93%. Ну, в целом, я считаю, эксперимент удался. Самокат зарядился. Пойду гулять по Бухаре. Хотите, вот прикол расскажу. Чисто узбекские такие приколы. Короче, я сейчас отъезжаю с парковки у Великой Бухарской стены. Собственно, днем я машину здесь оставил и пошел гулять по городу. Ну, видео про Бухару вы уже как бы смотрели. Ну, если не посмотрели, вот смотрите, сейчас ссылка будет. Так вот, здесь есть вот такая будка, в которой, и причем это въезд. То есть ты вот там вот по дороге едешь, вот где автобус едет, потом вот где светофор, вот там разворачиваешься и должен, по идее, вот в эту будку заезжать. Это заезд именно. Там стрелка даже есть, вот там вот, вот на знаке. Ну, как бы не буду уж туда ходить, показывать, поверьте на слово. Это заезд, но он не работает. То есть, когда я подъезжал, здесь в этой будке никого не сидело. Здесь заехать было невозможно. Знаете почему? Сейчас покажу. Потому что вот здесь вот дальше есть другая будка. Но прикол в том, что видите, вот тут вот кирпич и стрелка направо. То есть, по идее, здесь заезжать нельзя, потому что это выезд. А они как бы сидят и на въезд, и на выезд здесь. Как бы им лень, видимо, в двух будках сидеть. Но знаете, в чем прикол? Прикол в том, что когда я заезжал, они мне такие говорят, ну, я такой заехал, ну, они пропускают, а, точнее, нет, я остановился, спросил у них, типа, сколько стоит парковка? Они говорят, 3000. Но я так и не понял, 3000 это, типа, там, за час или за день, ну, как бы, я такой, ну, ок, 3000, так 3000. А парковка здесь огромная, и на самом деле, вот здесь вот, где я машину поставил, там никого вообще не было. Вот сейчас время еще даже 8 нету, то есть, там, без 5-8, ну, почти 8. Я приехал, то есть, на такси, ну, потому что я уже далеко учеполинил, как бы, мне, я бы назад просто шел минут 50, как бы, а я уже устал, как собака. На такси доехал, значит, до сюда. Меня таксист высадил, я подхожу, а там шлагбаум просто вообще убран. То есть я сейчас, по сути, выезжаю отсюда и ничего не плачу. Лайфхак такой, приезжайте, ставите машину у стены и уезжайте нахрен. То есть здесь парковка, в принципе, нормальная, цивильная парковка. И за нее можно не платить. Классно же, да? Я говорю, это чисто узбекский прикол. И вы мне можете сказать, типа, ну чувак, радуйся, как бы, что такого-то? Так я как бы радуюсь, но просто... Знаете, зачастую как бы вопрос возникает, типа, а насколько вообще легально они деньги собирают здесь? Типа, просто иногда складывается такое ощущение, что типа просто чуваки такие сели и решили денег собрать. Просто, ну просто потому что, а почему бы и нет? Так, господа, я снова снял какой-то неврод космический отель, вообще такой вот прикольный. Тут, я не знаю, мыльно-рыльных принадлежностей просто на неделю, я снял его на ночь всего. Причем, что тут тоже, по всей видимости, ну, собственно, очевидно, что здесь? Кровать. Да, кстати, сахит. Сахит Зарафшон называется. Здесь включены завтраки, здесь включен бассейн и фитнес-зал. За 54 бакса я его снял. Как бы, да, не дешево, но зато уровень. Просто вид из окна, зацените. Вот, видимо, вот этот вот бассейн включен. И он тут переливается цветами. Вот там даже, кстати, купаются, представляете, люди, офигеть. Ой, блин, прямо разрываюсь, не знаю, что делать. Дело в том, что там внизу есть кальянная. И я еще вчера, короче, мимо... кальянный проходил в Самарканде и такой думаю, блин, посидеть бы кальян покурить. И когда я вот в итоге сходил, поснимал Регистан в ночи, ну не в ночи, а вечером, я возвращался через эту кальянную, а там что-то все места заняты были, я такой, ну блин, и пошел, короче, в номер. Ну сейчас я точно пойду в кальянную. Еще, кстати, зацените, прибарахлился в Бухаре. Вот это, собственно, футболка. Да, я понимаю, что я положил на белую простынь, белую футболку, и очень хорошо видно. Короче, вот она футболка, легкая такая, прям вся прекрасная. 60 тысяч сум, по-моему, отдал. Вот это вот маленькое платьишко для дочки. Тут оно, маленькое платьишко, стоило 120 тысяч. И супер-мега-халатище, просто вот такой вот халатище за 500 тысяч сум. Все, кайфовать теперь буду. Я вообще повелитель халатов. У меня дома есть один халат, будет еще один. Вот он, долгожданный калик. Зашел в турецкий ресторанчик. Взял вот японский салатик. И сейчас мне еще шашлычки принесут. После таких двух просто интенсивных дней осмотр достопримечательностей, это просто самое то, что нужно. И этот рестик реально прям рядом с отелем, который я снял. Отель вообще, конечно, просто пушечный, просто вообще офигенный, блин. За 50 баксов, я считаю, это просто вышка какая-то. Если верить букингу, он вообще типа сотку стоит. И типа там скидос какой-то туда-сюда. Я, конечно, не знаю, может быть, на самом деле сейчас-то как раз не сезон, потому что жарища такая, что, наверное, мало таких отчаянных людей, кто ездит. И поэтому скидки. А вот и кебабчики мои подъехали. Блин, я немножко забыл, что в турецких ресторанах порции обычно большие. И я заказал один сет и один дополнительный кебаб. Ну что ж, придется вас жрать. Тем более, что мои часики пишут мне, что я норму по калориям в два раза перебил. Надо, так сказать, компенсировать.
Так что будем жрады. Бабчик, кстати, с сыром. Офигенная штука. Настоятельно рекомендую. Но рассчитывайте размер порции. В турецких ресторанах они реально большие. Отель, кстати, вот вообще просто вышний. Вот обратите внимание, вот цвет просто вот черный там с золотым, да. Часики вот такие стоят. Салфетница. Какая-то вот эта штучка там, типа под ручки, под всякие, да. Даже вот этот вот буклетик. И то все просто, блин, идеально вообще. Сухие сливки, сахар, чай, кофе. Ну, кофе, понятно, растворимый, ну ладно. Чайничек маленький. Тут, я уверен, холодильник, да? Да, холодильник. Там маленький сейфик. Короче, все вообще просто роскошь. Отель прям топовый вообще. Если еще доведется быть здесь, в Бухаре, я прям обязательно именно сюда заеду. Блин, две розетки. Вот просто вот типа две розетки. Ну, это же хорошо, потому что, ну, до хренича гаджетов. Иногда просто в гостиницах хрен найдешь вообще розетку. А здесь прям вот по красоте. Господи, тут фонарик даже есть, прикиньте. Так, как он работает? 2 hours later. В общем, я не понял, как он работает. Но, наверное, как-то работает. Хотя, с другой стороны, когда я в центре Плова сидел, отключили свет. Ну, в Узбекистане со светом, сами знаете. Есть нюансы. И еще немножко коридоров отеля. Но главное, это не коридоры, а лифт. Сейчас покажу. Золотая урна. Золотой лифт. Ну все, в хибу. Слушайте, вот опять же, не перестает меня удивлять Узбекистан, конечно. Короче, еду сейчас из Бухары в Хиву. И когда отъехал из Бухары, получается, он мне навигатор показывает 333 километра прямо, короче. Ну там типа я повернул, там что-то выезжал, он такой, прямо 333 километра. Я такой, о, прикольно. Выезжаю, там получается, знаете, идет не то чтобы даже ремонт, а, наверное, строительство такой хорошей дороги по две полосы в каждом направлении. Но постоянно открыто, знаете, по одной полосе, короче, ты вот как в шахматной, короче, вот такой вот в шахматном порядке их проезжаешь, то одну, то другую, то одну, то другую. И знаете, реально по километру, я такой думаю, да блин, вы что, не могли одну построить нормально, а вторую там типа делать уже как-то, чтобы можно было не вот так вот шахматить постоянно, а просто ехать по одной, как бы, ну узко, да, ну ок. Потом, как бы, когда подальше отъехал уже, там уже вот именно как так примерно и началось, но на самом деле не совсем, потому что там обычно идет одна полоса, а вторая полоса, то есть местами уже, то есть бетон где-то, то есть тут бетонку делают, то есть слой бетона, потом асфальт. Так вот, местами где-то есть бетон, а местами где-то еще только, знаете, тракторами чисто пробивают как бы вот само направление, так скажем. Так вот, ехал, проехал уже так вот 100 километров, а причем, знаете, что самое интересное, вот где вот эти повороты, да, между полосами, то есть с одной на другую, там еще, помимо всего прочего, и установлен лежачий полицейский. Но он, типа, знаете, не прям такой, как бы, по ГОСТу по какому-то, а это просто такой плевок асфальта на асфальте. Вот. И ты, короче, едешь, и вот перед вот этой остановкой, где я сейчас стою, вот буквально там с километра, наверное, ты прям выезжаешь вообще на просто какую-то убитейшую дорогу. То есть там даже асфальта нет, там просто капец, там ямы просто, не знаю, как вот в гараж у меня, наверное, ехать. Так вот. И выезжаю, значит, я дальше из нее, и тут меня останавливает сотрудник ДПС. Вот здесь вот. А там будочка. Я останавливаюсь, открываю окошко, уже лезу за документами. Он подходит, здоровается и говорит: не, говорит, не надо документов, просто, говорит, 5 минут отдохните. Я такой, нифига себе, серьезно, что ли? Вот так. Ну, я вышел, как бы, а я как раз в туалет хотел, спросил, он говорит, вон там туалет. Я сходил в туалет, он, правда, конечно, он убитый капец, просто какой-то, ну, страшный, ужасный. Ну, блин, какая разница, есть туалет, да и есть. Вот, купил водички. И сейчас, собственно, поеду дальше, а вот дальше как раз похоже, что вот здесь уже она как бы достроенная. То есть вот сейчас я вижу, что в одном направлении по своей полосе едут машины, и вот там на встречке по другой полосе едут другие машины. Посмотрим. Ну, слушайте, здесь уже, конечно, пейзажи, здесь прям вообще вот просто пустыня пустынная. То есть я вот так вот уже еду, километров, наверное, 70. Сейчас будет один небольшой город, я планирую в нем заправиться, потому что что-то потом после него, я по карте посмотрел, там что-то как-то городов не очень много. Но у меня такое ощущение, что Каптива на 92-м бензине стала жрать больше. Вот сейчас до заправки поеду, проверим. Но на самом деле это не удивительно, потому что еще я помню, году в 2015 у меня у другана была лачете, и он говорил абсолютно такую же историю. Он говорит, я его спросил как-то, я говорю, 92-й может заправлять? Он говорит, да заправлять-то можно, но только она, говорит, жрет больше, на литр примерно, а то и на полтора. Вот, поэтому вряд ли это какая-то экономия будет. Но вот, кстати, интересный эксперимент. Я для себя как бы тоже проведу, потому что машину купил, еще экспериментов там с бензином не делал. Хотя на самом деле, я думаю, нужно будет разбираться, почему у меня машина жрет больше на литр, чем показывает бортовой компьютер. Приключения в поездке или не повторяйте моих ошибок номер 2. Короче,
расход 92-го померить не получится. Потому что я ехал, и вот тот самый какой-то... О, смотрите, какая речка, канальчик. Так вот, тот самый населенный пункт, который более-менее каких-то вменяемых размеров, там заправки бензиновой не оказалось. Я поехал дальше. Пока у меня была связь, сейчас связи уже нет, ничего не ловит. Я посмотрел и понял, что ближайшей заправки не будет. То есть, вот мне тут до какого-то разворота 187 километров, и только вот где-то там, короче, заправка. А бортовой мне писал, что мне осталось, в принципе, ехать максимум 180. Точнее, нет. Он мне писал как раз на тот момент, когда я смотрел, типа 185, а навигатор писал, что до разворота ехать там 197. То есть, по всем показателям, я не должен был дотянуть до этой заправки. Но, проехав еще немного, увидев табличку «Привал», через 15 километров я доехал до нее, а после нее, типа, пост ДПС. Ну, там стоял один ДПСник. Я его спросил, где тут ближайшая заправка? Он говорит, да он в магазине, говорит, можешь купить. Я такой, чего? Короче говоря, в магазине, просто вот, ну, типа, магазин, в котором водичку продают. Мне продали 20 литров какой-то жижи. Я надеюсь, что на этой жиже я доеду. Причем там, ну, я не знаю, как бы, я по цвету и запаху бензин не умею определять. Они мне сказали, что это 91-й по 12 тысяч сум за литр. В целом, цена нормальная, как бы, ну, хотя вообще-то в Ташкенте 91-й или 2-й стоит дешевле. Ну да ладно, не суть. В общем, сейчас бортовой мне пишет, что осталось мне ехать 286. Точнее, не то чтобы осталось, а осталось на этом бензине. И у меня чуть больше полбака. Пожелаем мне удачи. Я больше за качество этого бензина переживаю. Так-то в целом, как бы, конечно, мне этого хватит. Теперь до заправки точно. Но когда я у них спрашивал, они сказали, что до заправки 300 километров. И это уже интересно. Слушайте, ну это уже прям реально такая пустыня-пустыня. Здесь прям уже такой прямо вот такой вот какой-то пейзажик. А знаете, что самое интересное? Ну, как бы это не очень интересно, это немножко напрягает. То, что очень часто на обочине лежат куски от покрышек, по всей видимости, грузовиков, фур. Ну, большие такие, кусманы. Стараюсь держать скорость 100 км в час. Спидометр у меня тоже немножко подбирает. А температура за бортом 39. Это при том, что я еду со скоростью 100 км в час. То есть, как бы продувает нормально, но это не спасает. Кондей, кстати говоря, спасает. Кондей красавчик. При том, что даже на 19 градусов, то есть обычно, я не знаю, когда по городу езжу, у меня просто самый минимум стоит. Ну, просто в городе все-таки не так, как бы ты там то поедешь, то не поедешь. А тут ты постоянно едешь, и вот кондей даже на 19 справляется. Ну, что я хочу сказать. Эти нехорошие люди меня, похоже, обманули. Я проехал от них, наверное, километров 40-50. И вот, пожалуйста, метан, бензин, дизель. Да, нехорошо так делать, нехорошо. Хотя временно забираю свои слова назад, потому что, как оказалось, на этой заправке бензина нет, только газ. Это вот еще одна охрененная штука в Узбекистане, что ты можешь просто приехать на заправку, а бензина там не будет. Ну и знаете, ладно, когда там, допустим, у меня просто это недавно было, когда я вечером поехал заправляться в Ташкенте, и в итоге я объехал несколько заправок, на одной был только 80-й, на другой вообще никакого не было. Я поехал на Лукойл, там бензин был, ну он там потому что чуть-чуть обычно дороже, чем в остальных местах. В итоге я заправился, все нормально. Но здесь-то, блин, когда эта вот заправка, я не знаю, чуть ли не единственная посередине этой пустыни. Ну, не знаю, поеду дальше, посмотрю, может быть, дальше будет. Просто чисто спортивный интерес уже, знаете, потому что, ну, как бы полбака есть. Я думаю, я доеду до туда, куда мне нужно, потому что мне навигатор там пишет, до Хивы ехать, 200, точнее, до той точки в Хиве нужно ехать, там, 230 километров. А машина пишет, что мне при такой езде на 250 хватит. Но, опять же, я сейчас еду по трассе. Это понятно, что побольше маленько. Но я думаю, там ближе к Хиве-то точно по-любому должны быть заправки. Слушайте, господа, вообще на самом деле очень классная локация. Я никогда в таких местах не бывал. Тут уже, ну, прям видно, как вот прям вот эти барханчики эти, они именно с песком. То есть это не такая, конечно, пустыня, как, я не знаю, показывают в Эмиратах где-нибудь, когда шейхи на джипах там рассекают по этим барханам, когда там из песка такая гладь, когда, не знаю, там как волны на море практически иногда вырисовываются. А тут не такое, как бы, здесь кое-что растет, но я думаю, это такое, это эти колючки, наверное, видимо, те самые. Так вот. Очень крутое место. Я реально, когда смотрю, у меня ощущение, я как будто где-то в Альбукерке, короче, еду. Вот это вы помните эти, этот чудесный сериал «Во все тяжкие» с Уолтером Уайтом? Так вот, и Джесси Пинкманом.
Так вот, реально, едешь, просто такой смотришь на это и думаешь, что за каким-то вот из этих барханчиков стоит дом на колесиках, и там варят кое-что интересное. Вообще, на самом деле, видел сейчас, просто вот по дороге ехал чувак на велосипеде. И я такой, блин, это, конечно, интересная затея, но единственное, что он был в футболке без рукавов. То есть настолько отчаянный человек, то есть я-то в принципе вот хожу, ну, в обычной футболке, мне как бы люди говорят, типа, а ты не боишься там сгореть как бы к херам? Ну и я понимаю, что вот столько времени я, допустим, в Ташкенте, ну типа я на улице-то часто бываю, и я понимаю, что у меня лицо уже загорело. Но за вот эти дни я понимаю, что у меня уже лицо еще раз обгорело, хоть оно и было загоревшее. Вот, а он едет, короче, без рукавов, в майке, и я понимаю, что здесь, ну он, видимо, уже откуда-то далеко едет, потому что, ну тут как бы... Расстояния-то нормальные, вот эти вот там 333 километра прямо, и там вот особо населенных пунктов-то здесь как бы особо-то и нет. А потом увидел чуваков на мотоциклах ехали, ну и видно тоже такие, типа они, а-ля там типа туристические, походнические миссии какие-то выполняют на мотоцикле. И, блин, вот это вот я прям посмотрел на них и позавидовал, было бы реально прикольно. Ну, потому что здесь вот дорога реально, она вот такая вот просто прямая, и здесь вот, ну, практически ничего нет. А кто-то скажет, что типа, блин, и в чем кайф, как бы, ну, я не смогу вам объяснить. Так же, как меня многие спрашивают, типа, почему ты ездишь на машине, как бы, а не летаешь на самолете. Ну, господа, это как бы сравнивать, ну, как бы, абсолютно разные вещи, несравнимые, да. Это про путешествие, как бы. И да, вот это просто реально вот прямая дорога. Я больше чем уверен, что вот эти вот оставшиеся там 93 километра до разворота, я вот примерно вот так вот прямо и буду ехать. Ну, иногда будут чуть-чуть какие-то поворотики небольшие, но тем не менее. Ну, блин, это такой релакс для башки, я не знаю. Особенно, если ты работаешь постоянно в какой-то интеллектуальной сфере, как бы, и тебе постоянно нужно башкой работать. И ты едешь вот сейчас, и просто у тебя вот как будто фрагментация в башке происходит. У тебя просто все по полочкам раскладывается, дефрагментируется. Блин, ну кайф же. Не, ну просто, блин, я не знаю, посмотрите, ну дорога бескрайняя и какая-то пустыня бескрайняя. Сломаться бы только не хотелось, конечно, здесь, потому что по-прежнему 39 градусов. Ну что, на самом деле, ребятки меня все равно обманули, потому что проехал я еще 50 километров, то есть где-то от них я отъехал километров на 100, и здесь вот такая же абсолютно заправка, тоже такая зеленая, с газом, метаном, с бензином. Правда, бензин только 80-е и 90-е, я залил полный бак, и я подумал, а что это я вдруг не смогу посчитать-то? Все, я смогу посчитать, они мне 20 литров залили, и здесь я залил сейчас 37 литров. Итого получается, что 57 литров я израсходовал, а при этом проехал я 403 километра. Итого получается, вот я сейчас посчитал, 14,14 литра. Даже если эти ребята налили мне не 20, а меньше, все равно это дохрена. Ну то есть на 92-м получается, блин, расход вообще что ли 13 литров. При том, что бортовой показывает 9,9, типа 10, ну, чуть-чуть поменялось, но по факту, ну, короче, 14 литров на 100 километров расход, жесть какая-то, это 92-го. Я сейчас все равно, знаете, что думаю? Я думаю сейчас сбросить, короче, вот это вот, собственно, да, сбрасываю. И я хочу попробовать теперь в эко-режиме, что будет на 92-м бензине. Так, по обстановочке. В общем, ехал-ехал, пришлось мне, во-первых, свернуть с этой чудесной дороги. И сейчас еду просто по обычной, собственно, асфальтированной дороге. Ну, по одной полосе в каждом направлении. Но интересно не это. Интересно то, что... Но это я еще на двухполоске на этой заметил. Не было ни облачка, а сейчас что-то все затянуто вообще такое, все серое, пасмурное. И слушайте, кто знает, что это за штуковины вот такие тут вдоль дороги? Вот такие интересные штуки. Вот такие вот интересные штуки. Что это такое? Это для чего? Что-то непонятно. Непонятно, что происходит. Если я правильно понял, здесь через Амударью просто единственный мост. И меня вот после колонны машинок меня пропустили. Блин, что-то дорога здесь. Ну просто с той стороны, вот с этой стороны точнее, абсолютно такая же история. То есть там тоже люди стояли и ждали, когда я и за мной, вон там КамАЗ едет, еще какой-то проедем. Интересно. Наконец-то я доехал до Хивы. Если не верите, вон за мной. Видите, какая стена. Это Ичан-Кала. Сейчас пойду смотреть, что там. Что, господа, настало время мне выдвигаться назад в Ташкент. И давайте проверим, что у нас получилось по нашему эко-режиму. Ну, смотрите, я проехал, получается, с той заправки,
163,5 километра. Я сейчас заправил 21 литр бензина 92-го. Ну, то есть, как будто бы получилось даже экономичнее, слушайте. Я не знаю почему, конечно. Ну, типа 12 литров получилось, я израсходовал. Но нужно еще тоже учитывать, что все-таки вот эти 163 километра, это там типа километров 50 было реально вот по хорошей трассе, да. А все остальное, ну, такое себе, такое себе. То есть, вообще, тут, ну, тут вот просто деревня за деревней практически идет, там, аул за аулом, да, и, ну, то есть, реально, ты едешь постоянно, там, 50-60, 50-60, 70, 50-60, 70, иногда светофоры. Вот. Навигатор пишет, что ехать мне 13,5 часов, и приеду я где-то ближе к 11. Ну что ж, пора в путь дорогу. Вот здесь вот перед КПП через Амударью как раз есть дорога просто какая-то. Казалось бы, вроде она на Ташкент, типа там прям, вот был указатель даже, я просто ехал-ехал прямо-прямо через деревеньки, а потом там был указатель, типа, вот налево там главная дорога, и типа на Ташкент. Окей, вот здесь просто вот километров 10 вот такой вот максимально убитой дороги. И она такая вот, ну просто такая и будет. Потому что тут ямы как бы иногда прям очень жестко пробивает. Иногда прям очень неприятно становится. Но я думаю, вы это сами видите, она вот вся такая. Вот тут реально километров 10, наверное, вот просто вот, вот, вот по такому едешь до этого КПП. А там на самом деле сам мост нормальный, а у КПП там вообще тоже страх. Так, я заправился в очередной раз. Уже 7, 72 км в час средняя скорость. Средний расход 10. А теперь давайте считать. Проехал я вот 386 километров, а заправил я... 46 литров путем несложных математических вычислений. Получается 11,9 литра, это почти 12 литров. Ну, как бы, это, конечно, уже получше, чем 14 в эко-типа режиме. Но это все равно далековато до среднего в 10, который показывает бортовой. Да и вообще, блин, это дохрена. Если учесть, что я реально больше половины точно я ехал просто со скоростью 100 постоянно на круизике. То есть, ну реально, я эти 200 с чем-то километров я вот так вот прочиполинил, 250, наверное, из вот этих 386. Короче, это странно, надо будет разбираться.
В целом Яндекс не обманул. Время 10:40, я добрался, а он писал мне изначально, что я буду 10:30. Так, по статке. 70 километров средняя скорость, почти 30 часов за рулем, в поездке, и 10 средний расход, хотя мы знаем, что он 12. Пробег, получается, за эти 30 часов составил 1925 километров, почти 2000.